Более 700 тысяч казахстанцев болеют ОРВИ, а грипп лабораторно подтвердили уже у 521 пациента. 60% заразившихся получают лечение в стационарах, сообщили сегодня специалисты Минздрава. Больше всего фактов вирусного заражения зарегистрировано в Кызылординской, Жетысуской, Актюбинской областях и в городе Алматы. Чаще всего болеют дети. На онлайн-формат обучения школьники перейдут в случае роста заболеваемости в классах до 30%. Этим летом государство закупило более 2 300 000 вакцин российского производства. Несовершеннолетние из числа уязвимых категорий и медицинские работники смогут получить прививку бесплатно. Но остальным необходимо будет заплатить. Грипп в этом году появился немного раньше, чем в прошлом году. Для того, чтобы получить вакцину и у человека выработался необходимый иммунный ответ, проходит минимум 2 недели после получения вакцинации. Стоимость вакцины, она варьирует от 2 000 за вакцинацию на платной основе до 8 и где-то 10 000.